Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Доброе утро, дорогие зрители. Сейчас направляюсь по проспекту Райымбека в восточном направлении. В этой стороне у нас находится Мирей, Саяхат. И предлагаю сегодня прокатиться по проспекту Суимбая от начала до конца. Посмотреть, как выглядит проспект. Предположительно, проспект Суимбая начинается вот отсюда, с этого туннеля. Посмотрел по картам Тугиз. Здесь по проспекту Суимбая здание номер один находится Саяхат. Вот отсюда, где-то с правой стороны, начинается данный проспект. По проспекту есть надземные пешеходные переходы, курсируют разные автобусы. Сегодня у нас суббота, 2 апреля 2022 год. Вдоль проспекта находится очень много разных магазинов, крупных автосалонов. Также многие разные компании сидят. Местами есть автобусная полоса и, конечно же, есть камеры видеонаблюдения. Пересечение с улицы Баянаул. Баянаулку сейчас, или на русском языке Баянаульская. С правой стороны проезжаем автосалон Toyota. За ним будет автосалон здесь Subaru. Также вдоль проспекта проходит железная дорога, которая соединяет железнодорожный вокзал города Алматы 1 и 2. Здесь мост, развязка с проспектом Раскулова. С левой стороны начинается роща Баума. Автосалон Chevrolet, Kia, Mitsubishi.
Nissan Center, Cadillac. А там вот с левой стороны Mercedes-Benz. Здесь с правой стороны находится базар Турксиб. Слева также можно заметить, что до сих пор идет железная дорога. В этой стороне находится железнодорожный вокзал Алматы-1. Корпорация Дирмен. Вот тут с правой стороны. Вот эта часть проспекта Суимбая относительно новая. Не знаю когда, но вот этот мост, то есть раньше его не было. Его построили через железную дорогу. Не знаю уже сколько лет назад, но прошло прилично, кажется. Посмотрел по картам, проспект Суимбая заканчивается примерно где-то на 575-м доме. И дальше уже можно будет выехать на Илийский тракт. Суимбая 393, 401. Майлинку сейчас, улица Майлина. Здесь вот вроде как с левой стороны уже начинаются какие-то разные военные объекты.
Суинбая 491. АЗС Сокол. Впервые слышу о таком. Металл Маркет. Металлопрокат. Канцелярские товары. Icon Pack. Эйкос, шины, диски. Шашлычный двор кафесе. По левую сторону дороги есть какие-то пятиэтажные дома незаконченные. И вот здесь уже на повороте на Илийский тракт заканчивается проспект Суинбая. Дальше уже дорога в ту сторону, куда уехал грузовик. Эта дорога превращается в улицу Красногорская. Вот такие дома выглядят заброшенными или же недостроенными. Обычно здесь частенько бывает пробка, так как железнодорожный переезд там и частенько ездят поезда. Быть может, здесь когда-нибудь сделают развязку или мост, пока неизвестно. И на этом проспект Суинбая заканчивается. Рахмет, сау болыңыз. Спасибо и до скорой встречи.